Мити Channel представляет. Всем привет! Сейчас научимся делать интро как у домикса. Начнем с того, что следует определить те элементы, которые движутся. То есть, если внимательнее приглядеться, тут у нас появляется сначала А, потом рисуется Д, потом О, потом М, потом две палки, выскакивают C и S, и также целое слово Animation выпрыгивает сверху вниз. Все, что будет как-то двигаться относительно друг друга, я раскрасил разными цветами, чтобы было понятнее и удобнее было следить за тем, что я делаю, как что двигаю. Также я все распределил по слоям. Снизу у нас будет то, что появляется первым, а сверху то, что последним. Исключением является слово animation, потому что оно у нас будет двигаться под всем остальным текстом, и для этого я поместил его на самый нижний слой. Приступим. Выделяем все слои. Нажимаем Ctrl-T и создается классическая анимация движения. Таким образом, у нас все элементы преобразуются в символ. Передвигаем их подальше, оставляем только первую букву, создаем классическую анимацию движения и уменьшаем как следует. Заходим в свойства движения, выбираем Easy Out Elastic. Смотрим. Вот одна буква уже есть. Заходим в символ с двумя буквами D и M, создаем новый слой, определяем его как маска и покадрово рисуем маску, чтобы появился эффект рисования. Возвращаемся назад, в свойствах выбираем воспроизвести один раз, чтобы она не циклично прокручивалась. Смотрим. Неплохо. Теперь анимируем следующую букву, это буква О. Также создаем классическую анимацию движения. На первом кадре мы ее расширяем. И также выбираем Easy Out Elastic. Сдвигаем кадры, чтобы эта анимация воспроизводилась между появлением D и M. Включим музыку. Хорошо. Теперь появление двух этих палочек. Также сдвигаем все это правее. Создаем анимацию движения. Одну из палок сжимаем направо, а вторую налево. Также немного сдвигаем, чтобы появление было поэтапно. Смотрим. Осталось две буквы и слово animation. Создаем классическую анимацию движения. C мы относим вправо и сжимаем. S на первом кадре также сжимаем и выносим вниз. Выбираем Easy In кубик. Чтобы появилась тряска, можно поставить ключевые кадры и во втором отрезке выбрать Easy Out Elastic. Также выдвигаем немножко вторую букву, чтобы они появлялись постепенно, и смотрим. Тут мы понимаем, что анимация идет слишком долго, и поэтому удаляем лишние кадры, чтобы она воспроизводилась быстрее. Осталось последнее слово. Создаем классическую анимацию движения. Все, что перед этой классической анимацией движения, мы удаляем. И на первом кадре уносим вверх. Немного удаляем кадров, чтобы анимация была быстрее. Ставим ключевой кадр. И на втором участке выбираем Easy Out Elastic, чтобы была небольшая тряска. Нажимаем на Ctrl-Enter и смотрим. Nice. А на этом все. Напоминаю, что этот проект вы можете скачать по ссылочке внутри описания. А также, если любите домиксы или других иностранных аниматоров и хотите смотреть свежий перевод, включая текст, то переходите на наш канал Дубляж Бляж Ляж Яж. Также пишите в комментариях, какие анимации вы хотели бы разобрать, а также был ли этот ролик полезным. Ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Всем спасибо за просмотр, живите дружно и пока.